У нас было зарегистрировано превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Превышение составило 9,9% среди совокупного населения. Кроме того, эпидемические пороги превышены также в возрастных группах среди детей, в группах от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет. Эпидемиологический порог превышен пока только в Архангельске. В области по заболеваемости все спокойно, сказались сильные морозы. Но грипп в этом году, как отмечают врачи, более ранний. В 2016-м эпидпорог перешагнули в самом конце января, а в этом специалисты уже бьют тревогу. В связи с превышением эпидемического порога заболеваемости по городу Архангельску у нас издано постановление главного государственного санитарного врача Архангельской области о введении комплекса карантинно-ограничительных мероприятий на территории города Архангельска. Карантинно-ограничительные мероприятия выводятся с 16 января. При подготовке к эпидсезону было привито 370 тысяч человек. Это 33% населения области. Они либо не заболеют, либо проболеют в легкой форме. Остальным врачи рекомендуют чаще бывать на воздухе, использовать защитные маски, проветривать помещения и без лишней необходимости не посещать массовые мероприятия. А при первых симптомах болезни, повышении температуры, общем недомогании и головной боли обращаться к врачу. Если он будет настаивать на больничном и уж тем более госпитализации, ни в коем случае не отказывайтесь. Самолечение очень опасно.